Центр Арсенала. Касорло давненько не бил. Санти. Уэлбек. Бьет Уэлбек и бьет небезопасно. Ну, пока совершенно очевидно желание обеих команд побыстрее и как-то более численно, что ли, сесть назад. Может, и поэтому Арсеналу нелегко комбинировать чужой штрафной. Скорее, перед сегодняшним поединком я бы сказал, что у Сандерленда есть шанс эту тенденцию сломать, потому что Арсенал не смотрится сейчас непобедимым. Не смотрится, и все тут. Ну, а Сандерленд каким будет смотреться? Все-таки 8 пропущенных – это нокдаун. Такая была акробатическая, наверное, штучка. Вряд ли после нее всерьез Сандерленд мог рассчитывать на то, чтобы мячом владеть. А Уэс Браун допускает грубейшую ошибку. Один на один уходит Алексис Санчес и открывает счет. Пока он бежал к воротам, у меня промелькнуло, то ты помнишь, как все начиналось, да, и матч между Саутгемптоном и Сандерлендом. Спросите себя, кто еще из этих же самых, да, которым вспомнилось ровно то же самое. Ну, Уэс. Ой-ой-ой-ой-ой. Вроде бы крепко сбитый, даже такой кругленький, что вроде про внешний вес можно подумать, чилиец, но он очень быстрый, мы-то это знаем. Мяч ему отдали за даром, и он с удовольствием его взял и воспользовался наилучшим образом, даже не без пижонства. Но это во вред делу не пошло. Алексис Санчес открывает счет. 1-0 Арсенал. Еще одна атака канониров. По центру включается Фламини. Его буквально сминает. Касорла. Очень сложный для вратаря мяч. И едва-едва Санти Касорла с левой ноги не попадает в левый же от вратаря угол. И как-то уже не садится назад большим числом Сандерленд. Вроде ноги как бы несут вперед, да, но толку от этого нет, потому что контроль мяча, чтобы наладить, надо сначала забрать его у гостей. Но сами виноваты. Фламини. Алексис. И так опять убаюкивает соперника, начинает Арсенал. И быстрый заброс на фланг, туда спешит Чамберс. Решение, пожалуй, правильное. Тут нужно было пытаться пробить, невзирая на остроту угла. Ну, а кому-то отдавать? До Уэлбека мяч дошел бы? Нет, я думаю, что не дошел. Передача назад. И опять Ларсон. И опять помягче, повыше, попарашютнее бьет Родуэлл. Ну, вот так на что-то похоже. Уже не один Уикхэм, а в компании с Джеком Родуэллом. И вы чувствуете, как стадиум Лайт сразу оживился. Отличная передача. Подключение слева. В центр. Уэлбек бьет. Выше ворот летит мяч. Хорошо выиграл, ну, хорошо с ним боролся и Уэс Браун, мы видим это на повторе, правда? Ну да, но он добегает, он не позволяет себе остановиться. А те, кто посвежее, ну, не ведает усталости Алексис. Вот на чувстве уже передача. 2 минуты играть. Ну что, один мяч в подарок от Уэса Брауна, другой матч, мяч в подарок от Вита Манона. Помните, как в фильме «Москва слезам не верит»? Какого там числа у героя Баталова был день рождения? У Алексиса Санчеса он 19 декабря.
То есть явно не сегодня. Может быть, действительно пиар-служба Арсенала распустила слух, что ему такие подарки дают. Но действительно его сегодня на стадионе Мобил Лайт поздравили по полной программе. Его и его команду. 2-0 Арсенал побеждает. Оба мяча. Дело ног великолепного чилийца. Но в ситуации, когда он забивал, там мог бы справиться и первый раз.